Люди, которые предали и изменили, это как грязный стакан. Вроде бы и нормально, и пригодно, но уже совсем не то. Вот мне нравятся чаечки такими, с такими челками пушистыми. Ох, не знаю почему, но нравится, за челочку его взял и кормушечки ее. Ребята, всем здорово, Саныч на связи. Слушайте, ну я не знаю, блин, что это такое, да? Люди, которые предали, ну предатели, то есть изменники, да, они пригодны. К чему они пригодны, я вот этого понять только не могу. Ну я не знаю, пригодны только на базаре кукурузы торговать, больше ничем, или сигареты поштучные продавать. Помните, как в 90-е было, да, вот этот, помню, еще в школе учился, покупал тоже, блин, ладно, были грешки, что поделаешь, блин. Да, ребята, да, вот такие вот у чаечек психологические, блин, сдвиги, да, вот люди, которые предали, к чему-то непригодные. Ну, пригодные, значит, живи с ними, что поделаешь.